Таможня не дала добро. Более 500 000 единиц препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, не попали на рынок сбыта. Запрещенный груз, который в Россию пытались везти из Республики Кыргызстан, задержали на самарской таможне. Перевозили препараты на грузовике. Во время осмотра фуры было обнаружено более 25 тысяч упаковок. В товарно-транспортной накладной они значились как средство здравоохранения. Как позже установила экспертиза, препараты содержали в своем составе тестостерон, сибутрамин, ацетат и другие сильнодействующие вещества. Общий вес изъятого составил 247,5 килограммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 226, прим. 1, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда сильнодействующих веществ».